Одно из главных тем повестки дня заседания комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города стал вопрос оказания своевременной медицинской помощи при ДТП. За период 2018 года мы выезжали на 177 дорожно-транспортных происшествий. Это 137 было в черте города и 40 в пригородном районе. Значит, среднее время доезда у нас в черте города составляет 9 минут, а время ожидания среднее – это 16 минут. В пригород, учитывая расстояние, доезжают чуть позже, но и это соответствует нормативам. Сергей Безбородов также сообщил, что в ДТП в этом году пострадали 236 человек. 8 из них скончались на месте аварий до прибытия врачей. Заведующий диспансерным наркологическим отделением психиатрической больницы номер 7 Алексей Сухоцкий рассказал, что пункт освидетельствования на алкогольное опьянение работает в круглосуточном режиме и укомплектован всем необходимым оборудованием. 8 месяцев текущего года по линии ГИБДД было освидетельствовано 172 человека, причем 10% из них женщины. В 58 случаях доказан состояние алкогольного опьянения, в 32 случаях это наркотическое опьянение. Все участники комиссии – представители ГИБДД, противопожарной службы, Центра защиты населения города, медики – отметили, что проблем при взаимодействии всех оперативных служб при оказании помощи тагильчанам нет.